Югорчане помогут жителям Сирии. Гуманитарный добровольческий корпус начал сбор помощи пострадавшим от землетрясения. Его последствия на себе ощутили почти 11 миллионов человек. Многие из них остались без крыши над головой. Людям не хватает еды и одежды. Присоединиться к доброму делу может каждый. Продукты и предметы первой необходимости ждут в пунктах сбора гуманитарной помощи. Югра не первый год помогает гражданам Сирии. Только в 2021 году туда доставили около 100 тонн вещей и провизии от северян.